меня близкие общения с мусульманами, мы находим общий язык, как в этой стране научиться жить миром и пользоваться добром, которое каждому народу Бог дал. Да, особенно у нас на Кавказе, это очень важно. Так что мы просим помолиться, когда будете дома, вспомнить о нас. Мы просто пошли на это. Мы в прошлом году дошли до Владивостока. Нынче вот захватили здесь Братиславу, братьев сербов, вернулись в Болгарию. И теперь пошли вот следующий Краснодар, а дальше уходим в Грузию, Азербайджан, Армения. Удачи вам. Удачи, спасибо, здоровья. Да, вы найдете потом все это на форуме у нас будет стоять. До свидания. Огромное.